Сегодня в России отмечают День спасателя. Современная служба спасения уже более четверти века подтверждает свою надежность и эффективность. Представители спасательного корпуса республики выполняют важнейшие задачи по предотвращению и своевременному реагированию на чрезвычайные ситуации. Всегда первыми приходят на помощь. Указом главы республики Вячеслава Битарова, отличившимся сотрудникам ведомства, присвоено звание «Заслуженный спасатель Северной Осетии». Они участвовали в сложных спасательных операциях в горах, ликвидировали пожары, искали пропавших туристов. Коллег с профессиональным праздником поздравил начальник Главного управления МЧС России по Северной Осетии Александр Харужий. От всего нашего коллектива поздравить, пожелать всего самого хорошего, в первую очередь, конечно же, здоровья. В первую очередь, здоровья, успехов, роста дальнейшего вашего профессионального мастерства, чтобы вы всегда возвращались со своих заданий по спасению, со всех мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, живыми, здоровыми, чтобы вас встречали ваши родные, близкие. В этом году спасателями нашего отряда были эвакуированы двое раненых альпинистов из города Иваново, в Дегорском ущелье, с вершины Голдор, одной из самых сложных вершин Северной Осетии, с маршрута 4-я категория, с высоты 3800 метров. Спустили двух раненых по камнепадоопасным куларам, спустили и эвакуировали при помощи вертолета МЧС вниз в медицинское учреждение. Они живы? Да, они живы, все. И дальше собираются ходить в горы.